Всем приветики еще раз. Значит, решила показать вам то, ради чего я ходила сегодня с ребенком гулять. Если честно, по магазинам гулять. Если честно, я даже не знала, что я хочу. То ли это юбка, то ли это платье, то ли это брюки. Вот. Но выбрала то, что выбрала. Вы сейчас можете это все наблюдать на мне. Значит, меряла много я сегодня вещей, но остановила свой выбор на двух. Значит, я купила себе такие вот брюки, штанишки, брючки такого бирюзового цвета, зеленовато-бирюзового, скорее всего, наверное, зелененького. Они так вот выглядят на мне. Ткань здесь не стрейчевая, она довольно-таки плотная, даже не знаю, что это за ткань. Здесь есть два кармашка. Они ровные к низу, то есть они не зауженные, ни дудочки, ни там клешоные, просто ровные. Сзади они выглядят вот так. Здесь есть два таких обманки карманчика вроде как бы. По фигуре сидят, в принципе. И купила себе такую вот кофточку, простую, абсолютно на вид. Но она меня покорила. Во-первых, покорила ее тематика вот эта вот морская, мне безумно нравятся такие вот вещи, сарафанчики морские, кофточки, платьечко, юбочки, не знаю, все, что связано с морским. И меня покрыли ее плечи. Здесь плечи идут нестандартные, они идут как а-ля Леди Гага, что ли, я не знаю, как их назвать. Вот. Но они такие вот своеобразные. Ткань здесь очень приятная, это какая-то синтетика, скорее всего, но она очень приятная, она удлиненная. Можно ее драпировать, если это хочется. Нигде ничего сзади нету. То есть она, в принципе, очень даже простая, только вот эти вот манжетики. Ну и сюда я одела свои ботильончики, потому что ничего другого, в принципе, пока у меня нет. Вот. Надеюсь, вам был интересный мой вид. Да, кстати, по поводу цвета брюк. Цвета были разные. И синие, темные, бежевые, коричневые, черные. Но как-то мне уже так надоело это все темное за эту всю зиму, осень. Что-то хочется светлого такого. Вот вообще меня что-то потянуло на какие-то вот не мои совсем цвета, потому что зеленого у меня в гардеробе, в принципе, не знаю, две вещи, наверное, и то это летние, и то чисто случайно купленные. Так вот я эти штанишки решила приобрести, вроде неплохо смотрится. Надеюсь, вам понравилось, свои комментарии оставляйте под видео, буду очень рада почитать, посмотреть, услышать в письменной форме ваше мнение о моих покупочках. Всего вам хорошего, хорошего настроения, солнечных дней. Ну и все, всех люблю, целую. Пока.